Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, у нас начался новый сезон, друзья мои. Я хотел схитрить, взял планшет и посмотрел там, к сожалению, свои награды. Я тебе скажу одно, ни одной легендарной карты мне не выпало. Но у меня есть 1300 самоцветов, поэтому вперед, как говорится, и с песней. Так, наборы. Наборы. И я вот думаю взять, наверное, вот этот вот наборчик. Так, подожди, я посмотрю, что там в нем. Ну, как бы неплохо. Давай рискнем. Или подожди, или лучше вот этот взять. Давай-ка, наверное, вот этот я возьму. Мне здесь много кто нужен. Мне танцоры вот эти не помешали бы. Вот этот парень тоже был бы неплох. Плюс молекулярочка. Давай, наверное, все-таки вот этот возьмем набор. И посмотрим. Ну что ты? Ага. Все, взяли. Ну что, будем надеяться, что здесь мне хотя бы одна легендарная карта да выпадет. Это меня не интересует абсолютно, друзья. Все это у нас есть. Редкие. Два арбуза дожидали. Мега редкие пошли, друзья. Мега редкие. Так. 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 И легендарочка. Кто это? Вторая. Ну вот это-то нахрена мне нужно? Ребят, ну это фуфло полное. Не повезло мне, короче. Ладно, друзья мои, давайте смотреть, что у нас за ежедневки. А именно, выиграйте игру зверским зомби-героем, нанесите 20 единиц урона нетусью и выиграйте игру взрывоцветным растением-героем. Зверским зомби-героем. Ну что же, это будет у нас... Кто это у нас будет? Это будет у нас, наверное, друзья, разгром. Подожди, а точно он у нас зверюга? Зверским же мне нужно, да, выиграть? Ладно, фиг с ним. Попробуем. Ох, была не была. Если ты не помнишь, я тебе напомню. Эта колода у нас... для Гаргантюа. Ну, то есть она специально под них заточена. Также у меня раньше была на них спортивная колода, но там как-то не очень хорошо получалось у меня. Так что давай глянем, что у нас получится. Ребята, что-то я камеру не могу настроить. Она почему-то меня делает каким-то негативом. Ну, как бы пойдет для начала, я думаю, да, друзья? Бонгчуй, конечно, да. Тяжело мне с ним будет драться. Возможно, даже не получится, потому что, ну, слишком коварный противник. Зомбик у меня здесь, да? Все дела. Ну, ладно. Так, Раксо, 25. Ну, давай сюда поставим. Ну что ты мне дал? Ну что ты мне даешь? У него, наверное, есть, ребята, удар по земле. Наверное, надо было сюда ставить. Ладно, сейчас глянем. Ну? Специально сейчас будешь тянуть резину, да? Как же я терпеть не могу вот таких вот, а? Сидит и тянет резину. Сейчас пока не заморгает, он никого не ставить не будет. Ладно. Так, если что, у нас есть валун. Мы сможем раздавить кого-нибудь из слабеньких. Вирус. Я пока пропущу, друзья. Вирус.
погибать не хочется, если честно. Ну и ставить это тоже я, ребят, не хочу. Можно было бы, конечно, его усилить. Странно. А что же у тебя тогда такого? Ой-ой-ой-ой, что, ребят, нам выпало? Ну вот ты, парень, и попался. Вот ты, парень, и попался. Немножечко не то, что я хотел. Поставить этого, что ли? Давай сюда влепим. Но у него наверняка есть бомба. Или что-нибудь похуже. Так, ну специально сделал, ребята, чтобы я не пробил, как говорится, ему блок. Интересно, у него бомба есть? Атомная. Атомный гриб, скажем так. Наверное, есть. Хм. Поехали. Что у него есть? У него есть бонусная атака. Он может бомбануть сюда, ребят. Вот это, конечно, надо бы применить. Или вот это вот. Неуязвимость? Серьезно? Так, ребята, пошло. Поехали. Так, этого уничтожаем. Три в лицо. И пробиваем или нет? Все. Не сработал, конечно, фокус у Бонг Чой. Мы выиграли. Я надеюсь, это зверский зомби-герой. По идее, да. И... отлично. Так, ребят, дальше нам нужно Нептусию. Блин, Нептусию, Нептусию. Все прекрасно понимают, что я... терпеть ее не могу. Нептусь. Дай хоть глянем, что там у нас. Очень много заклинашек, ребята. Этот зомби-то как бы не особо мне нужен, вот этот вот именно. Хотя... ладно, попробую, ребят. За Нептус. Я, кстати, когда против Нептуса играл, тоже не особо, ребята, сильные персонажи мне попадались. И, возможно, Нептус сама по себе такая. У нее на чем она может сыграть хорошо? Да, наверное, ни на чем, ребят. Хотя кто-то писал в комментариях, что это его любимый персонаж, Нептус. Так, у нас что-то задерживается поиск игрока. Неужели никто не... о, нашли. И это роза, еще не легче. Сейчас начнется. Сейчас, друзья мои, тут начнется, блин, разбор полетов. На чем она будет у нас играть? Тут бывает в последнее время рандомные, ребята, колоды. Не обязательно на заморозках, не обязательно на хилах. Уже пошли смеси, так скажем, между хилом и заморозкой. Но... не знаю. Посмотрим сейчас.
Это меня не спасет, потому что он либо меня может заморозить, либо он может превратить меня в козла моего зомби. Да ладно. Ликон, завязывай давай. А мне нужно нанести 20 единиц урона, ребят, напомню. Не выиграть, а нанести. Понятно. Понятно все. Понятно, что фигня получается. Занептусь. Хочется, конечно, найти какую-то хорошую, ребят, колоду. Играбельную. Но пока не получается. А в Лиге Мастеров мы заработали с тобой, да, высшая лига у меня там была, ребята, и награду мы получили полную, но без легендарок там, к сожалению. Кстати, надо будет дубликат разделить и выкинуть, точнее, уничтожить. Ух, ё-моё. Я думаю, что этот парень мне, наверное, пригодится, вот этот вот. Но нужна будет спортивная... Ой, вот это новости, ребят. Примаскиллер решил почему-то сжаться. Ну да, я не спорю, 14 уровень, но... Это ни о чем не говорит. Я бывало и 10-м проиграл. Я на высшей лиге, ребята, недавно, вот когда играл за кадром, проиграл 10-му уровню, 27-му, 36-му. Только шорох там проигрывал. Так что зря вы сдаетесь. Вы пробуйте, ребята. Если вы не научитесь играть с высокоуровневыми персонажами, вы вряд ли чего-то добьетесь. Ну давай попробуем. Так, вот. Опять нам выпадает горохострел. Я воздержусь пока. Угу. Я тебя понял. Сдуваем. Ну, естественно, он обратно его ставить будет. Понятное дело, ребят. Он тоже сделал рикошет. А, он и поставил своего. Ладно. Ладнушки. Будем под защиту ставить. Вот так вот он делает. По-моему, ребят, это чир. Это, скорее всего, читер, друзья мои, который играет на бобовых одних. Я не утверждаю, я просто думаю так. Блин, ну почему ты... Ладно, сейчас посмотрим. О, все, ребята. Знаете, лицо в лицо читеров, короче, это Лионель М. Уничтожить бы этого утырка на самом деле. Как-нибудь. Ну что, три в лицо мы получим, потом он ставит еще по одному, и они нас добивают. Вот сейчас вот даже, ребят. Сам понимаешь, это бесполезняк. Тут уже бесполезно драться. У него последняя карта, и, конечно же, это бобовый. Так что можете мне не говорить, ребята, по поводу читерства или еще что-нибудь. Вот тебе читер, вот он. Вот это читеры, вот с такими ублюдками, ребята, разработчики ни хрена не делают. Что ты тут сделаешь? Да ничего. Если кто-то будет мне втирать, что в колоде их может быть 10. Нет, ребята, в колоде их может быть всего 4. Максимально, конечно, если играть честно. Вот и все. Ну, читеря только чмошники и ссыкуны, которые боятся играть честно. Вот я тебе так скажу. Так что это ссыкло и чмошник. В
полной своей категории. Знаете, Леон М — это сыкло последнее. Других слов у меня нету. Так, ну что, друзья, давайте поехали. Так, так, блин, ну нафиг это вот. Ну хорош, ну ё-моё, ну играть сегодня будет вообще нормально или нет? Тут сыкуны, тут чмошники попадаются сегодня. Пипец. Играю за Нептус, за которую я не умею играть вообще, ребят. Ну вот, вот. Уже что-то, ребят. Я думаю, что капитан Огонек даст мне просраться по полной программе. Так, уберем, наверное. Ну ладно, оставим. Так, на чем он будет играть? Банан. Интересно. Это он, типа, наверное, затравочку сделал, да? Посмотреть. А что там у него в кармане есть? Посмотрел, что дальше мне некого поставить. Ну, заморозку могу, конечно, влепить. Могу влепить заморозку. Заморозим здесь чухана этого. Дальше вот этот пойдет парень. Он встанет именно здесь. Надеюсь, у него никакого там ландшафта нету. А вот это хорошо ты сделал. Вот это ты добротно прям сделал. Мне ж прям понравилось. Угу. Ну давай сделай так. А если еще вот так вот? Наносит 2 единицы урона. Так, банана у тебя, значит, еще есть, да? А следующим пойдет вот этот, наверное, парень у меня, да? Как думаешь? Давай так сделаем. У него есть бомба, наверное. Наверное. Нет, ребят, у него не бомба, у него кое-что похуже немножко. Ну, прикрыться мы сможем же? Я думаю, сможем. Вот таким вот образом. Теперь пускай бомбит. Он может, правда, переместить его. Ну и что ты сделал? Эх, не там ты встал. Ну, неплохо, ребят. Так, ну что, сюда придется опять ставить защиту, ребят. А защита будет выглядеть типа вот так вот. Зачем? А, вот ты как. Он сдвинул меня, друзья. Сдвинул ты меня. Так, не дай бог ему выпадет усиление, ребят. Это будет беда. Ну, сейчас усилит, да? 5,5 в блок. Он должен в блок, ребят, пробить меня. Все, ему крышка. Да, знаем мы эту тактику по поводу этих, как они-то называются, жамшутовые комочки, блин, или как назвать. Ну, тут повезло нам просто, ребят. А теперь взрывоцветным. Взрывоцветной, и если я не ошибаюсь, ребята, это у нас идет, по-моему, орех. А, нет, это класс солнечный.
Страж. Значит, вот взрывоцветной. Да, это бабах. Это бабах и... Давай за бабаха попробуем сыграть. Давно мы за него не играли. Что тут у нас вообще? Что-то тут... Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Так, и мне выпадает ржавый разряд. Собственно, ребят, персоны. Да вы издеваетесь, ну что тут? Да мне нечего сделать, ребят, естественно. Что я тут сделаю? У него наверняка есть валун. Да у него дофига что может быть. Понял, что творит? Давай так сделаю. Прокачался, все. Он себе 5 хп берет. Ну ладно. Раз такая, ребята, пляска пошла, что он может еще тут сделать? Есть у него валун? Наверняка есть. Ай, друзья. В блок. Нифига. Тогда этот в блок бьет. Вы охренели, что ли, блин? Пипец. Блок, ребята, не сработал. Надеюсь, нет больше валуна. Ну вот он, что он прокачивать начинает. На 12 он не пробьет, ребят. Давай вот так вот сделаем. На, гад. Но эпопея-то еще не закончена. Дождался, да? Дождался, ребята, он своей ботанки этой. Вирус будет сейчас клепать или что? Шаманство. Шаманит, ребят. Уже не знает, что сделать. Уже и так, и сяк уже. Ну да, да, бомбанул. Так. А что мне дальше ставить? А мне ставить только остается одного, ребят, вот этого парня. Все, поздняк. Поздняк, друзья, метаться. Поздняк же, да? По-моему, поздняк. Ну, я уже что смогу сделаю, ребят. Хотя бы хоть что-нибудь сделать. Ай, 6 в лицо, все тут. Бесполезно, даже 7. Взрывоцветным не получилось. Будем тогда играть за вспышку на солнце. Я думал, мне дадут солнечный этот удар, который есть у бабаха. Но вместо этого мне дали пузырь никчемный. И выдавали одних орехов. Орехи эти что, они ничего не могут сделать? Да. Да ее просто теперь бессмертию дают, блин. Ну и че, блин? Вы серьезно? Сейчас
сейчас на воду летучку поставит свою. Вот увидишь. Вылез, блин. Вот видишь, о чем идет речь, друзья. Давай так вот поставлю. Не давать прокачаться, главное. Применять заклинание тоже не вижу смысла. Пока. Набрал каких-то ушлепков, если честно, друзья. Так, а что он делает при применении заклинания? Плюс один и один. То есть нет смысла тратить абсолютно. Давай так вот сделаем. Пока все. Во, блин. Угу. Давай посмотрим, что там у него. Мишень. Блин, грибы. Этот сюда переместиться должен. Блин. Обменялись чуть-чуть. Он сейчас пропустит ход. Ага, пропустит он ход. Кто у него там, интересно? Ох, ё-моё. Но он никого не стал ставить. А почему? Потому что у него... Я не знаю, ребят, почему. Заклинания, что ли, они остались? Или что? Он достанет. Куда это чучело переместится? Не знаю, ребят, куда оно переместится. Так, уничтожил, да? Клубник. Довольный такой. И этого бомбит. Так, ну сейчас пойдет тяжелая артиллерия у него, друзья. Ну а мне что делать? Так вот и стука. Хиляться надо, друзья. Другого варианта нету. Сейчас, блин, серьезно, гад, а? Ну, конечно же, конечно, в блок, друзья мои. А куда я еще мог делать? В блок, ёпт. Блин, мне нужна кукуруза. Я не знаю, зачем она мне нужна, но она мне нужна, ребят. Банан как раз... Ой, под кукурузу как раз должно пойти. Ну,
Так, ладно. Давай так сделаем. Шут с тобой. Понятное дело. Еще и безумие ставить здесь. Эть. А почему я не мог терно... Почему мне не дали даже применить-то его? Все, я понял, ребят, почему мне не дали его применить. Потому что он под защитой, я бы не смог его сделать. Я надеюсь, ты, дурачок, сюда переместишься. Или... Он сейчас переместится туда, куда не надо, ребят. Вот уж поверь мне. Видишь, он не сдается, значит, что-то у него да есть. Сдался все-таки. Блин, зомбот, конечно, да, это страшная штука, ребята. Уничтожает все на своем пути, но, видишь, он остается без энергии. Фух. Выиграли. Так, ну что, ребята, у нас остается еще одно задание. Это громкое событие, посмотрим сейчас, что здесь у нас. В колоде зубостезилы полно горошин, так что банда горошин быстро вольется в бой. Однако бессмертие использует стратегическую колоду взбучка, поэтому не теряйте времени. Так, подожди, горошина-то у кого? У меня? Я, значит... А, у него горошина. Взбучка, говоришь, да? Ну, хотя бы летучек дали. Гудбай, ё-моё, хеллоу. Орёт он здесь. Придется, ребята, жертвовать. Офигенно. Зато карту вытянем. Какую карту? Блин, вампирёныши одни. Одни вампирёныши мне выпадают. Давай сюда поставлю. Сейчас сожрет его, наверное, да? О, хорош. Это, кстати, круто было придумано. Что-то взял, увильнул, все. И все пучком, ребята. А если мы еще... А что мы еще? Ну, вот так вот все сделаем. Кому-то кранты. Ну, я тебе еще в таблище. Так, сейчас мы, ребята, будем расти с вами. Не, не будем мы сейчас. Мы сейчас расти не будем, это точно. Угу, уничтожил. А дело дрянь. Да фиг ли ты мне свои банки эти даешь. Банки вшивые свои, блин. Убери свои банки, они мне нафиг не нужны. Банки он мне тут всучивает. Давай. Ну, ребят. Дело-то пахнет керосином. Сейчас он мне бомбанет. Что мне там выпадет? Съедает. А, вытягивает две карты. 10 в лицо. 10 в лицо.
Ну все тут, все, ребят, ну что? Я плевок один, и все, и мне хана. Молодцы, спасибо. Да, конечно, это бред. Бред, ребята. Надавали кучу заклинаний. Нахрен мне эти заклинания нужны? Для кого? Че я тут прокачаю, если у него, блин, 1, 2, 3. У него на все есть ход. На все, ребят. Че бы ты ни поставил, у него ход. Че бы ты ни поставил, у него ход, ебаю. Вот тырок несчастный. Взбесил аж. Все, друзья мои. Коротко о главном. Поиграли. Прошли ежедневки. Громкое событие сдули. Ну, в следующий раз я им покажу. Ну, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.